Сейчас я хочу чуть-чуть сломать хронологию событий и вспомнить о том, что в 1963 году вы написали замечательную песню, посвященную памяти жертв сталинских лагерей «Перелетные ангелы». В вашем фильме, о котором я в самом начале говорила, совершенно потрясающий клип на эту песню. Как со звуком только? Будет ли звук, а? Вот я предлагаю сейчас... Давайте попробуем, если будет звук, то будет вживую. Тогда вживую спасибо. Да, затормозим и вживую. Клип хороший, действительно. Давайте посмотрим.